географическому развитию, региональный директор Украины, Молдова и стран Кавказа, генеральный директор Орифлейм Украина Сергей Канашин. Доброе утро всем. Итак, Сергей, начнем? Да, я думаю, окей. У нас здесь люди слабенькие, судя по аплодисментам, они долго не простоят. Присаживайтесь, друзья! Присаживайтесь, друзья! Итак. Я вообще-то шутил, но... Итак, друзья, с огромным удовольствием я хочу представить семью. Забота, внимание и поддержка – это про них. Прагматичность одного и харизма другого помогают им воспитывать 4 детей и поддерживать большую команду. Под ваши бурные аплодисменты. Топ-1 Орифлейм Молдова Ольга и Анатолий Призенко. Господа, номер 2 в нашем списке топ-10 Орифлейм Молдова. Это девушка, и планирование – это ее конек. План, потом целенаправленные действия. Она начала развивать бизнес через международное спонсирование и успешно руководит самой большой организацией в Молдове. Прошу приветствовать на сцене Кристину Цуркан! Важны ценности компании и каждый участник ее команды. Ее опыт ценен и полезен как для лидеров Молдовы, так и для лидеров из других стран. Встречайте, Диана Сакирчук! Голосом кроется сильный характер и большие амбиции. Является ярким примером для своей большой организации и для всей команды в целом. Приветствуем Ларидана Байко, номер 4! Друзья, сегодня их нет с нами, так как они приехали жить в Россию. Но давайте пусть они услышат наши аплодисменты. Номер 5. Нина и Сергей Лехтеровы. Прекрасного пола. Любовь и к красоте выделяются во всем. Стиль жизни, интересы, глубокие знания продуктов Орифлейм, с которыми она охотно делится всегда. Ирина Селезнева, номер 6 в нашем списке сегодня. Это про нее.
всегда выполняет свои обещания и является примером для своей команды и своих четырех детей. Встречайте, топ-7, Светлана Гульчак! Истории и успешных историй, и достижений мечт. И следующий человек, который будет на этой сцене, ставил перед собой большие цели, и трудолюбие помогло изменить жизнь своей семьи. В прошлом году осуществилась ее большая мечта, и она переехала в свой собственный дом в Кишиневе и квалифицировалась на свою первую золотую конференцию. Впереди у Алины Иринец новые амбициозные цели. Приглашаем на сцену. Большую структуру в регионах, продолжает профессионально развиваться, вдохновлять своих лидеров собственным примером. Топ-9 Евгения Сосна! Приступаем к самому волнительному моменту этого объявления. Номер 10 в нашем списке. И эти люди впервые вошли в топ-15 Oriflame Moldova. Большие амбиции, системность в работе и вовлеченность во всех проектах компании позволяют им развивать северный регион. Они прекрасно дополняют друг друга, воспитывают трех детей и всегда открыты ко всему новому. Приветствуем! Владимир и Алена Цуркану! Вы немножко проснулись в зале? О, вы немножко проснулись в этом зале? Ну вот сейчас более-менее понимаю, с кем я разговариваю. Мне очень-очень приятно быть на этой сцене, очень приятно быть сегодня с вами, видеть столько счастливых, довольных, красивых людей, у которых
есть искорки в глазах. Знаете, это очень отличает, наверное, людей, которые работают, сотрудничают с компанией Oriflame, потому что в нас какая-то жилка есть, есть искра какого-то интереса, любознательности, желания, возможности реализовать себя. И это делает нашу работу, нашу жизнь такой настолько...